Близько 16-ї години понеділка. Увагу дніпрян привернула жінка, яка в одязі плавала посеред Дніпра. Свідки кажуть, бачили, як вона стрибнула з нового мосту, тож і викликали поліцію. Вчасно прибув і рятувальний катер ДСНС. Витягли жінку з води без видимих ушкоджень. Зі слів правоохоронців, вона намагалася вкоротити собі віку через особисті проблеми. Сама так і пояснила. Вона сама бросила. Це сидіти моста. От де отут, де замочила. Вона сама бросила, я смотрела просто. Вона говорив, у нее легенькое отчаяние, у нее есть родители, конфликт с родителями, судя с ее слов, по крайней мере, она не может с ними общий язык найти, чувствует себя дома неуютно, поэтому приняла такое решение. Вполне абсолютно адекватное, как бы вменяемое, ну, немного состояние стрессового, характер такой, стресс небольшой человека. Состояние немного видно, обмерзло так, дрожит, в водичке поплавало, ну, в водичке нахлебалось, видно, красные глаза. Внешних повреждений на видимых участках тела никаких нет, ни синяков, ни ссадин, нигде ничего. Ни запаха, никаких признаков алкогольного опьянения абсолютно нет. Как девушка пояснила, она имеет определенную группу инвалидности.